Библиографический доведник – один из четырех новых проектов, успешно реализованных Брестским областным отделением Союза писателей Беларуси. В первый раз под одной обложкой собраны произведения всех писателей Брестского областного отделения. В нем объединены творческие биографии 58 авторов. Кроме этого, в 2018-м получили жизнь еще несколько новых литературных проектов. «Литературные просторы Берестейщины. Опять же, впервые под одной обложкой собраны 58 авторов вместе со своими произведениями. То есть там входили и биографии, и произведения. Впервые увидел свет первый альманах, берестейский альманах, берестейская скарбница, в который вошли новые произведения наших писателей. И при поддержке облсполкома был издан сборник детского творчества «Открытие». Накануне писатели встретились, чтобы подвести итоги и рассказать о книгах, которые были изданы в 2018-м. Большинство из них с национальным колоритом. Были посвящены году малой родины, белорусским глубинкам, любви к отчизне. Порядка двух десятков изданий было представлено публике, как новичков, так и известных авторов. Глубокая пейзажная лирика и откровенная поэзия, литературные пристрастия Татьяны Шульги. Техническом долгое время работала, занималась газетой, а кроме того, поскольку я писала стихи, то я в этой газете создала рубрику «Дебют». И ко мне потянулись ребятишки, и вот мы с ними занимались, у нас была студия своя «Лира», она сейчас есть, просто я уже как бы отошла немножко от дел, потому что возраст такой, что надо отдавать дорогу молодым, вот, и получалось так, что мы каждый год начали издавать сборники физики, лирики. Я еще попала в такую творческую молодежную среду, которая девишки писали стихи, а мне как-то неудобно, они пишут стихи, мне тоже надо встряхнуться. И вот я начала писать тоже стихи опять, снова, потому что они меня вдохновляли, я думаю, своим поэтическим творчеством. Ну и вот как-то так и не отпускает до сих пор. Сегодня в Брестском областном отделении Белорусского союза писателей 52 автора. Самой юной писательнице 25, самому опытному 88 лет. Все они работают в разных направлениях и жанрах. От детской литературы и поэзии до сложной сюжетной драматургии и серьезной публицистики. Пишут на двух языках, занимаются переводческой деятельностью, участвуют в различных культурных мероприятиях, готовясь встретить городской миллениум. Берестейские писатели работают плодотворно, всегда находя время для самого важного – создавать из ничего нечто.